Привет, друзья! Заключительная часть рассказа о таком важном макроэлементе для нашего с вами здоровья, как магний. Для полноты очередного пазлика, так сказать. Какие соединения магния бывают, как в них ориентироваться? Это будет вторая и основная часть сегодняшнего ролика. Но сперва три нужных мысли, которые не упоминал ранее. Хотя, если вы внимательно смотрели предыдущий материал, то наверняка уже умеете, можете, полагаю, ориентироваться в каких-то основных моментах касаемо магния. Значит, мысль первая, она же главная, она же, наверное, самая объемная. Магний, друзья, принимает участие в колоссальном количестве обменных процессов. Можно даже смело сказать, что наша биохимия где-то магниезависима, без всяких преувеличений, потому что даже чисто медицинских рекомендаций и показаний к дополнительному применению магния существует даже не одна сотня, тоже кроме шуток, друзья. Во все вдаваться прям не будем, но чтобы аргументированно подчеркнуть эту мысль, предлагаю вот что. Буквально на минуту представим себе клетку. Совсем недавно, кстати, в сети появились изображения самой ее подробной модели. Просто завораживающее зрелище. А теперь смотрите, друзья, насколько магний важен, если рассмотреть его работу где-то на клеточном уровне, на микроуровне, насколько он важен для каждой, практически без исключения, нашей вот такой красивой и такой загадочной клетки. С одной стороны, он усиливает прочность и стойкость клеточных стен. С другой стороны, принимает участие в мембранном транспорте. С третьей стороны, он контролирует баланс внутриклеточного калия. Кстати, последние два тезиса будут более понятны тем, кто помнит работу калиево-натриевых насосов. Сюда же водно-солевой обмен, сюда же электролитный обмен, обмен БЖУ, белков, жиров, углеводов, та же песня. Магний тоже важен, уже необходим. Да и в принципе, магний весьма и очень, кстати, и тоже нужен, важен практически на каждом этапе синтеза белковых молекул. Один коллаген чего стоит. Здесь же и нуклеиновые кислоты. Плюс выступает в качестве регулятора клеточного роста магний. Плюс, являясь кофактором, то есть эдаким помощником в разных там сложных, замудренных биохимических реакциях, он, скажем так, активирует ряд ферментов, которые в свою очередь усиливают. Там много ферментов, порядка 300 на него завязаны, вроде бы так. Ну, в общем, он активирует ряд определенных ферментов, которые в свою очередь участвуют в выработке, накоплении, сохранении, распределении, утилизации энергии, которая вырабатывается нашими митохондриями. И если магний называют также защитником клеточных стенок, вот этих клеточных мембран, то также у него есть свойство так называемого митохондриального протектора. Плюс он участвует в метаболизме витамина С, витаминов В. Без магния эти нутриенты будут, мягко говоря, малоэффективны. В окислительном метаболизме или метаболизме, в общем, в гликолизе он принимает участие, в гликогенезе, гликогенолизе вроде бы нет. В общем, в гликолизе точно. И у кого инсулинорезистентность, знакомый термин, не понаслышке, тоже магний будет весьма и кстати. Вот это множество, друзья, видите, сколько обменных процессов на микроуровне, под микроскопом можно долго их все это изучать, рассматривать. Где принимает участие магний? А теперь на минуточку представьте, если будет дефицит магния. Вот откуда начинаются все вопросы. Те симптомы, которые мы видим невооруженным глазом, уже явно выражены, это уже потом. Но вот здесь все начинается, понимаете? Ну, допустим, еще пару примеров каких-нибудь приведу. Ну, допустим, упругость кожи. Зависит от содержания магния в организме? Конечно, зависит, потому что тот же синтез коллагена. Или нормальный состав, структура, минеральная структура костной ткани от содержания запаса магния? Конечно, потому что тот же коллаген, синтез коллагена, магний участвует, и плюс еще он структурно находится в костной ткани, порядка 50%. Остальные, ну, из общих запасов, остальные в мягких тканях. В крови всего лишь 1% магния содержится, а в мягких тканях магний, он играет роль ускорителя
восстановительных процессов. Ну, то есть, если есть какое-то повреждение, допустим, какой-нибудь там слизистого эпителия. А, вот что вспомнил. Значит, магний, он и как слабительное средство используется, обладает неким слабительным эффектом. И плюс еще позитивно влияет на желчеотделение. А это два взаимосвязанных фактора. Если все хорошо с желчеотделением, будет все хорошо с опорожнением кишечника. Ведь не зря многие используют сульфат магния в процедурах, как это называется, тюбаж. Когда-то об этом рассказывал, записывал, ну, вставочку здесь, она будет к месту. Друзья, обязательно сделаю, поскольку повторение, как известно, мать учения. Народ хочет разобраться, что к чему. Это естественно. Законно. Вашему вниманию тюбаж или же слепое зондирование. Кое-кто на себе уже применял, проходил для кого-то в диковинку, в новинку. Сразу же задачи обозначу. Задача нормально спровоцировать желчеотделение, желчеотток, то есть профилактировать застой желчи. А мы с вами знаем уже давным-давно наверняка, что если нормальное будет желчеотделение, сброс желчи, то это не только профилактика нормального опорожнения кишечника, а вообще забота о здоровье всего, всея желудочно-кишечного тракта. Противопоказания. Камни в желчном, если 2 см и более в диаметре, можно проходить. Более мелкие камни не стоит. Эрозии, воспалительные процессы, обострение по ходу желудочно-кишечного на слизистых, беременность, кормление грудью и все. В принципе, во всех остальных случаях можно. Если клизмы мы делаем утром или же по усмотрению своему, можно вечером даже прибегать, помните, да, если с утра не получается, то тюбаж делается строго утром и строго натощак. Желательно, предварительно, вечером, никаких газообразующих продуктов не употреблять, вообще можно к ужину даже не прикасаться, можно выпить легкое слабительное, и на тот день, когда делаем процедуру, желательно не планировать каких-то дел насущных, освободить первую половину дня, поскольку может наблюдаться слабительный эффект. Понимаете, такой, ну, неожиданный вопрос. Для процедуры нам потребуется магния сульфат, она же магнезия, обычная в любой аптеке продается, порошочек, расфасовка 20-25 грамм. Заблаговременно запасаемся порошочками, если планируем несколько процедур. Смотрите. Из расчета идет, если ваш вес 50-60 кг, то на одну процедуру вам потребуется один пакет. Если вес 65-90, два пакета на процедуру. Если 90-95 и выше, то три пакета. В каких пропорциях растворять? В воде и какая вода? Во-первых, температура воды 50 градусов плюс-минус. Как сделать 50 градусов? Берем половину воды обычной, ну, комнатной температуры, и 50% из чайника закипяченной, то есть закипятили, горячую воду наливаем, вот вам будет 50 градусов. Смотрите, если 50-60 кг, то 100 грамм воды и один порошок. Если 65-90, 200 грамм воды, два порошка. Если 95 и выше, три порошка, соответственно, и 300 грамм воды. Размешиваем хорошенько, тщательно, выпиваем. У кого повышен сахар, сахарный диабет, повышенное артериальное давление, то не на магния сульфате, не на магнезии, на сорбите можно проходить. Пожалуйста, сорбит тоже можно легко раздобыть. Выпили утром рано натощак. Ну, рано когда там, желательно 7-8 утра, вот так даже рекомендованное время. Выпили, затем берем грелку резиновую, наполняем наполовину объема горячей водой. Там вода уже 80-90 градусов. То есть закипятили, чуть-чуть дали остыть, налили в грелку полобъема, обмотали пару раз махровым полотенцем и укладываемся на живот, даже не на живот, а там, где область печени, на правую сторону, как бы на животе, но чуть-чуть на правую сторону прикладываем грелку, на нее укладываем и лежим час-полтора по времени. Скучно просто так лежать, книжка в помощь. И здесь важнейший момент, друзья. Каждые 5-7 минут выполняем два упражнения, простых и легких. Первое. Выполняем 2-3 дыхательных движения, но только животом. Значит, на вдохе выпячиваем пузико, на выдохе втягиваем в себя, пупок тянем к позвоночнику. 2-3 буквально вдоха сделали, а затем ножки к груди на вдохе подтянули, опустили на выдохе. Еще раз подтянули, опустили. Тоже 2-3 раза. И так каждые 5-7 минут. Задача данных
незатейливых, незамысловатых упражнений, создать разницу в брюшном давлении для того, чтобы из желчного пузыря, из протоков желчь хорошенько оттекала. Признаком нормально сделанной процедуры будет то, что слабительный эффект 2-3-4 раза, может быть, может во время процедуры возникнуть. Сбегали в туалет, вернулись, опять укладываемся, лежим, дальше выполняем до конца процедуру. И если клизму, к примеру, мы делаем, можно каждый день, не чередуя, допустим, сегодня, завтра, послезавтра, то тюбаж делается строго через день. И тоже можно на фоне приема сорбентов. И если клизму я сравнивал с гидроколонотерапией, с вот этой процедурой, когда по 20-30 литров воды прогоняется, да, то тюбаж можно сравнить с так называемым дуоденальным зондированием. Те, кто проходил, знают наверняка, очень некомфортная процедура. Вот лично я на своей шкуре испытал. Однажды, даже не однажды, дважды. Было давным-давно, но все же мой выбор – лучше делать тюбаж, лучше переждать вот этот слабительный эффект, некоторый дискомфортный, да, чем мучить себя сверху. Это знаете, когда зонд, так называемый, трубочку специальную, через пищевод, через желудок самостоятельно туда заталкиваешь, чтобы она туда опустилась, 12-перстную, там такая олива специальная, металлическая, с дырочками, и лежишь, еще дольше нужно лежать также на этой грелке, и в тазик вытекает желчь, ну, понимаете, ощущения не из приятных, не из комфортных, сами, ну, с трубкой во рту лежать такое время. Так что, ребята, вполне объективные причины, почему не планируем какие-то серьезные встречи, почему не планируем так, чтобы мы находились, чтобы в радиусе там 300-400 метров, чтобы туалет где-то, чтобы не приспичило бежать в самый ответственный момент куда-то. Не стоит недооценивать значимость процедуры, на самом деле очень хорошая, помогает, если с утра наблюдается подташнивание, нет аппетита до обеда, к примеру, если непереносимая жирная пища, если лямбли какие-то были, очень хорошо помогает, не стоит эту процедуру недооценивать. Но также и бояться, как и клизму, не стоит. Ведь, знаете, страшно, когда не знаешь, что происходит и как. И наоборот, если знаешь, как все по-правильному, что бояться? Все будет в порядке, даже лучше. Ну а теперь, друзья, возвращаемся ко второй и третьей мысли по поводу магния. Они будут проще и меньше по объему, чем первая, но тоже нужная. Значит, мысль вторая. В краткосрочной перспективе недостаток магния не приведет к каким-то прям явно выраженным симптомам. Похожая история с кальцием в том числе. Ну, предположим, здоровый человек, у него все в порядке с питанием, с минеральным запасом костей, то есть все в порядке с запасом прочности. И вдруг по каким-то причинам он то количество магния, которое раньше употреблял с продуктами питания, с питьевой водой, ну, стал меньше поставлять свой организм, и что будет происходить в этом случае? Значит, сперва почки удержат, вернее, притормозят, замедлят выведение магния, и если вдруг, ну, интенсивная физическая нагрузка предстоит человеку, ни с того ни с сего. Раньше был более интеллектуального труда, а тут надо какую-нибудь физическую работу сделать, условно. Если стрессы, а никто из нас не застрахован, всем известный факт. Или же чрезмерное увлечение такими оздоровительными, казалось бы, процедурами, как баня и массаж. Да, все хорошо, но главное в меру. И вот уже магний идет дополнительный расход. Не только магний, а прочие минералы. И причем анализы не покажут особо дефицитных состояний сперва. Но потом эти симптомы, о которых говорил в прошлых роликах, ну, повылезают наружу, что ли, если сказать простым языком. Ведь любой здоровый человек может столкнуться с подобным. Не говоря уже о тех, кто пьет какие-нибудь там лекарства. Организм просит, требует, кричит: магния мне дай, магния не хватает. А он упорно продолжает бодаться с симптомами. Или же другая ситуация. Чтобы со стрессами справляться, вместо магния человек начинает там пить горькую, думая, что он решает стресс. Стресс, на самом деле, вопрос лишь усугубляется. Всем известный факт тоже. Кстати, пример, у алкоголика в руки трясутся, вот этот тремор. Из-за чего? Правильно, тот же дефицит магния, явный дефицит, вот прям показательно организм дает знать, дает подсказку. И здесь уже будет недостаточно просто поесть каких-нибудь орешков, зеленушки, там, гречки, чтобы магний, ну вот на сегодняшний день магний получит, но запасы, так сказать, закрома не наполнит, симптомы в любом случае останутся. К сожалению, вы правы.
Медицина против этого бессильна. И это очередной привет всем родителям за наше с вами здоровье, которые убеждены на ровном месте, что будто бы продуктами питания в подобных случаях можно и нужно обходиться без того, чтобы прибегать к помощи каких-нибудь продуктов, обогащенных магнием, магниевых добавок и так далее. Вот если бы они знали тему не поверхностно, то нашли бы в себе силы вникнуть в определенные элементарные детали, и так бы уверенно не заявляли, уж поверьте, друзья. Пример достаточно грубый, но понятный, максимально понятный. Это все равно, что человек, пристрастившийся к спиртному, рассказывает, будто бы водка и коньяк – это лучшее лекарство от паразитов, да и вообще от всего. Ну, а у кого сердце больное, тому коньяка не надо. Водку с перцем. Резюмируя мысль вторую, скажу, что если есть симптомы определенные, то самые простые, самые прям такие подсказки, которые лежат на поверхности, это первое – пересмотреть свой рацион питания. Второе – устранить дополнительные факторы по мере возможности, которые провоцируют расход магния или мешают его нормальному усвоению. И плюс еще ко всему прочему, опять же, обращаю внимание на дополнительные источники магния. О них скажу ровно через одну минуту. А теперь озвучу третью мысль. Видите, вторая мысль тоже достаточно простая. И третья еще проще. Вы наверняка слышали, друзья, когда речь шла о почвах и о потенциальных этих там содержаниях магния, об условных помидорах. Помните, рассказывал? Так вот, это не только касается магния и прочих макро-микроэлементов. Допустим, магний, он во время созревания урожая, в сезон созревания урожая, активно участвует в процессах фотосинтеза в растениях. Он входит в состав молекулы хлорофилла, представлен там 4 атомами. И он помогает, ко всему прочему, растениям поглощать, насколько помню, калий, фосфор и азот. Вроде бы так. И предотвращает раннее пожелтение листьев. Садоводы в курсе подобных мотивов и знает, что земле иногда требуется магниевая подкормка. И здесь же мысль сопряжена со второй мыслью. В землю садоводы добавляют для кустов, для деревьев магниевую подкормку используют, для цветов в том числе, даже травку, чтобы газон преждевременно не желтел, магниевые добавки используются. Для животных, для домашних, чтобы они были бодрыми, веселыми, энергичными, чтобы зубки были крепкие, шерстка гладкая, пушистая. А для человека есть супермаркет и, если вдруг что, аптека. Ну не абсурд ли, друзья? Поэтому, скорее всего, даже закончу философствовать на свободную тему. Давайте конкретно к сути, друзья. Магниевые добавки, какие они бывают, и не только о добавках, также речь пойдет и о других соединениях магния, которые в том числе применяются во врачебной практике, в медицине. Забегая наперед, скажу, что на сегодняшний день самые распространенные, наиболее часто используемые соединения магния, такие формы магния, как сульфат, о нем уже немного рассказал, а также цитрат магния. Вот с них начну рассказ, а попутно, заодно поведаю, еще порядка, ну, десяток будет соединений форм магния разных. Смотрите внимательно и до конца, друзья, 100% после сегодняшнего материала будете более-менее ориентироваться в магнии. Итак, значит, сульфат магния, вот эти порошки, с помощью которых делается такая процедура, как тюбаж. Что они из себя представляют? Соль, растворимая в воде и нерастворимая в этиловом спирте. Его другие названия – это магниевая соль серной кислоты или же сернокислый магний, он же английская соль. Медики вообще называют сульфат магния универсальным средством, потому что не только в порошках он есть. Есть таблетки, есть ампулы для введения внутримышечно, внутривенно. Широко применяется, широко используется в кардиологии, в неврологии, в гастроэнтерологии, даже в ветеринарии, для домашних животных. А почему бы и да? Значит, что касается сульфата магния, вкратце, он не очень хорошо всасывается в кишечник, можно сказать, практически даже не всасывается. Но, однако, зато значительно помогает, если есть весомая нагрузка, токсическая, чтобы оперативно, ну, допустим, отравление солями тяжелых металлов или какая-то инфекционная нагрузка, серьезная, чтобы быстро
всякое нехорошее вытолкать из организма, ну, пожалуйста, сульфат магния. И для этих целей, друзья, я всегда рекомендую иметь у каждого, чтобы было дома, пару-тройку таких порошочков. Их можно приобрести в ближайшей аптеке, в любой ближайшей аптеке, практически за копейки. Что же касается ситуаций более значимых или более серьезных, допустим, когда есть та же значительная нагрузка на нервную систему, сердечно-сосудистую, на почки в том числе, когда прописывают, назначают уколы внутримышечные сульфатом магния, здесь, друзья, просто возьмите на заметку, запомните и своим родным порекомендуйте, кому вдруг назначили подобные уколы. Есть такая короткая, но важная, считаю, рекомендация. Она состоит из трех простых пунктов. Прежде чем втыкать укол вот в это место, где будут втыкать, нужно это как следует хорошенько растереть. Сами понимаете, медсестра особо с этим заморачиваться не будет. Затем ампулу с содержимым тоже крайне желательно немного нагреть перед использованием. Тоже, понимаете, к сожалению, не все это делают. А уж затем место, там, где сделали укол, необходимо приложить туда на 15-20 минут теплую грелку. Почему это важно? Чтобы не образовался отек на месте укола. Многие называют его шишкой. Мало того, что сам укол, он не очень-то комфортен, мягко говоря. То есть процедура не из приятных. Многие, кто проходил через подобное, понимают, о чем сейчас речь. Люди потом неделями мучаются с этими шишками, как бы их там размять, чтобы растворить. Вот поэтому, друзья, и грелка. Ведь где делают эти процедуры? В большинстве своем в больницах, поликлинических учреждениях. Вот назначили уколы такие, идете туда, взяли с собой фляжку небольшую, ну, небольшого формата, размера, с горячей водой. Дальше технику уже понимаете, сам механизм, как нужно поступить. Поскольку техника безопасности, ее никто не отменял, она была, есть и остается, впрочем, как и всегда, на первом месте. Согласен. А что касается внутривенного введения, используется в таком ряде случаев. Глядите, какая красивая бабочка. Значит, при той же значительной острой инфекционной нагрузке, опухолевых состояниях, астме, в том числе во время кризисных состояний, связанных с сахарным диабетом, при задержке мочи в организме, во время психозов, эпилепсии, при дискинезии желчевыводящих путей и холецистите в его обостренной фазе, в обостренном состоянии, когда присутствует, при аритмии и резких скачках артериального давления, при желудочковой тахикардии, чтобы купировать гипертонический криз, одним словом, при сотрясениях мозга, чтобы не было отеков там, где не надо, понимаете, друзья, чтобы расслабить сосуды, расширить, чтобы предотвратить судороги, 20% раствор сульфата магния. Видите, друзья, насколько широк спектр его использования. Кроме этого, значит, физиотерапии, процедура физиотерапии, компрессы на 5-8 часов используют, затем накладывают жирный крем в процедурах электрофореза также. Хотя, признаться, не так он хорошо тоже, не столь значительно проникает через кожу. Однако, с другой стороны, такие процедуры, как ванны с английской солью, в свое время получили достаточно такое широкое распространение. И там 100 грамм идет сульфата, 100 грамм морской соли, обычной морской соли. Также некоторые люди используют морскую соль из Мертвого моря. И если, допустим, тот же тюбаж, естественно, учитывая все противопоказания, и ванны с английской солью можно на свое усмотрение применять, использовать, то уколы, особенно там, ну, таблетки, уколы, вот эти все внутривенные введения, строго врач этим занимается, он знает, имеет общее представление, даже не общее, а конкретное представление о противопоказаниях, побочных эффектах всевозможных. Ну, здесь, друзья, скажу банальность, лучше не доводить себя до таких состояний, профилактика наше все. Поэтому буду вещать о цитрате магния, как о самом, пожалуй, распространенном, самом простом, самом действенном, наверное, средстве для профилактики гипомагниемии, то есть при дефицитных состояниях вот цитрат весьма и весьма хорош. Очень хорошо себя зарекомендовал, хотя все же один небольшой акцент нужно сделать. Мелочи тоже в нашем деле, как понимаете, нужны. Правильно. Состояние, именуемое гипермагниемией, когда напротив наблюдается избыток магния, зачастую встречается у людей, кому колют как раз-таки внутривенно, внутримышечно. Там история достаточно запутанная, даже врачу, медику трудно сориентироваться,
при наличии, допустим, каких-то исходных данных, трудно ему взвесить все риски потенциальные, определить с абсолютной точностью, с учетом там разных сопутствующих симптомов, сориентироваться вот вообще по анализу крови. Ведь увидеть дефицит магния, исходя из там показателей сыворотки крови, практически невозможно и даже нецелесообразно. Сами медики об этом говорят, между прочим. А все потому, что магний преимущественно внутриклеточный элемент, об этом уже рассказал. Более того, там нужно ориентироваться и на кальций в том числе, и также на то, чтобы обеспечить доставку магния внутрь клеток. Нюансов много, друзья. И вот когда вникал в тему, пришел, опять же, к выводу, повторю мысль сказанную, профилактика – наше все. Безусловно. Итак, цитрат магния. Магний с лимонной кислотой. И сразу же несколько любопытных фактов. Первое, что приходит на ум, когда речь идет о лимонной кислоте – лимон. Но не только в лимоне, и других там прочих цитрусовых присутствует лимонная кислота. Она есть также в разных ягодах и фруктах. Допустим, ананас, персик, земляника, слива, крыжовник, черная смородина. Вот буквально недавно в прошлых материалах говорил о помидорах, и кто-то вопрошал в комментариях, как же так, в помидорах там магния всего-то ничего. Поясняю. В помидорах присутствует как раз-таки лимонная кислота, а там, где она есть, значит, оттуда магния мы берем больше. Это одно из свойств лимонной кислоты. Именно поэтому, повторю, из помидоров мы достаем магний, тот, что нам необходим. Надеюсь, друзья, принцип помните. Не все то, что мы съедаем, считается автоматически усвоенным. Или же, допустим, когда едим салат из свежей зелени, то у нас есть возможность гораздо больше оттуда достать магния, если выдавим в тарелку обычный лимон. Гораздо больше, чем если бы просто заправили каким-нибудь растительным маслом. По сути, цитраты – это, друзья, соли лимонной кислоты. И у них есть замечательная особенность – они хелатируют металлы. То есть минеральные вещества связываются с аминокислотами, таким образом получается более усваиваемая форма соединения хелаты. Хелатная форма не только магния касается, но и цинка, железа, кальция в том числе. Это с одной стороны. А с другой, соли тяжелых металлов тоже более активно связываются и выводятся. Самый простой и понятный пример хелатной формы соединения металлов в нашем теле, ну, допустим, наш родной гемоглобин. То есть белок плюс железо или хлорофилл, тот же белок, в смысле те же аминокислоты, но вместо железа там магний. Значит, цитрат магния рекомендован, прям даже очень рекомендован, при вышеперечисленных в двух предыдущих роликах тщательно рассказал вот этих состояниях дефицитных, всевозможных множественных симптомах. Особенностью цитрата является то, что он очень хорошо всасывается в ЖКТ, профилактирует спазмы мышц и сосудов, положительно влияет в целом на сердечно-сосудистую, на центральную нервную, обладает успокаивающим действием, допустим, у кого есть нарушение сна, предотвращает, способствует предотвращению головных болей, мигрени. И особенно цитрат хорош по сравнению с прочими соединениями магния при таких состояниях, как остеопороз и мочекаменная, особенно, в частности, мочекаменная болезнь. Что там еще? Значительно облегчает предменструальный синдром, каждой девушки-женщины касается. Также играет роль мягкого слабительного, не такого активного, как сульфат, конечно, но более комфортного, можно так сказать. А также, друзья, употребление именно в такой форме цитрат магния значительно способствует усвоению хорошо знакомой вам остальной тройки важнейших макроэлементов кальция, калия и натрия. Самая распространенная, самая широко используемая рекомендация по приему магния за 15 минут, за 20 минут до еды. Ну, о приеме еще в конце ролика обязательно пару слов скажу, там есть свои нюансы, здесь лишь подчеркну. Если вы, друзья, выбираете все-таки для себя магний в виде цитрата, и при этом у вас наблюдается повышенная кислотность желудочного сока, если у вас есть какой-либо намек на гастрит, то напротив, не за 15-20, а через 15-20 минут после еды крайне желательно вот цитрат именно так принимать, не на
пустой желудок, чтобы там что-то было обязательно. После обеда или даже после ужина, допустим, если есть задача, как следует расслабить нервную систему, хорошенько выспаться. И самое подходящее средство для людей с пониженной кислотностью, конечно же, цитрат магния. А вот у кого повышенная кислотность, кроме такого рецепта, вот цитрат после еды, также некоторые люди используют, ну, врачи рекомендуют, допустим, тот же оксид магния, такое соединение, или карбонат. Что такое антоциды, друзья, вы наверняка помните. Это вещества, которые предотвращают там избыточную кислотность, препятствуют изжоге. Что к оксиду, что к карбонату у меня есть особые отношения к этим соединениям. Магния, я их не очень-то приветствую, на то есть веские причины. Например, в состав всем известного такого препарата, как Алмагель, там в самом названии все уже сказано, алюминий и магний, входит еще третьим компонентом, почему-то не везде это обозначено, анестезин, он же бензокаин. Во-первых, каких-либо длительных исследований, я вот специально полюбопытствовал на эту тему, масштабных исследований на предмет выявления канцерогенности, потенциальной мутагенности данного вещества не было никогда проведено. И равно как исследования на влияние, на потенциальное влияние на фертильность, то есть на способность давать здоровое потомство. Здесь речь не только о папе, маме, ребенке, речь идет о наших клетках, клетки, которые дают здоровое потомство. Во-вторых, алюминиево-магниевый антоцид таки может вызывать гипермагниемию и также может повышать содержание алюминия в плазме крови, хотя с другой стороны, они вроде бы там особо и не всасываются, но есть такие данные у людей, которые периодически, и особенно если на постоянной где-то основе, ну, по вынужденным определенным обстоятельствам, принимают Алмагель, подобное наблюдается. Запутанная история. Понимаю, что меня многие врачи недолюбливают, даже понимаю, за что, и, друзья, предполагаю, что вы тоже понимаете, я ведь не на ровном месте черпаю информацию, не с каких-то там левых непонятных сайтов. В данном случае, вот, человек, который для вас может быть авторитетом, если я не являюсь авторитетом, сейчас обращаюсь к врачам, вот если вы знаете наверняка, потому что везде так написано, все об этом говорят, что из Алмагеля ничего не всасывается, вот посмотрите на досуге лекцию, которая называется, значит, сейчас вспомню, физиология и баланс, нарушение баланса магния и хлора. Лекцию, которую читает коллега ваш, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии Государственного медицинского университета имени Мечникова, что в Санкт-Петербурге, Константин Михайлович Лебединский. Посмотрите эту лекцию, там более внятно, более понятно все. Такая же рекомендация для тех, кто хочет изучить тему гораздо глубже, чем я повествую, потому что, как видите, у меня, друзья, все по-простому, поэтому возвращаюсь к карбонату магния. Три коротких пункта, почему к нему тоже с не особым доверием отношусь. Во-первых, он может притормаживать всасывание, использование карбоната магния, вот в таком соединении, притормаживать всасывание такого нужного гормона надпочечников, как кортизол, это во-первых. Во-вторых, с железа может создавать нерастворимое или очень плохо растворимые соединения. В-третьих, крайне не рекомендовано вообще принимать людям с пониженной кислотностью. Что оксид, что и карбонат, это тоже в том числе касается. Если с пониженной кислотностью такие препараты, не все об этом знают, а некоторые ведь применяют, а потом удивляются, почему они вызывают тошноту, рвоту, диарею в том числе. Я, друзья, вообще по-простому отношусь к данному вопросу. Если кислотность повышена, допустим, то сначала ее приводим в порядок. Посмотрите материалы о воде, о соли, а уже потом восполняем магний при необходимости, если есть дефицит, в виде того же цитрата. Но это не значит, что его можно прям как панацею в любом, при любых обстоятельствах использовать. Есть ведь и какие-то альтернативные варианты. Просто цитрат магния, он наиболее универсальный, что ли, более, ну, вот, обладает хорошей биодоступностью, но при некоторых ситуациях нюансы, опять же. Допустим, при пониженной кислотности тоже есть хлорид магния. Его можно применять, такое соединение.
Очень хорошо он работает, если есть усталость надпочечников. Но с другой стороны, с почками не так хорошо работает, как цитрат магния, если на почке есть определенная нагрузка. Есть также магниевое масло, оно же бишофитовый раствор. Есть еще название хлоридно-магниевый рассол. Наносится на кожу, если перенапряжение, нагрузка какая-то была мощная на мышцы. Для детоксикации, как одно из вспомогательных средств, хлорид магния, он же магниевая соль соляной кислоты, подходит тоже, используют многие. Что касается противопоказаний и побочных всяких эффектов относительно тех или иных форм магния, то в основном это будет нагрузка на почки, почечная недостаточность, например, или же недостаточность надпочечников, диабетическая нефропатия, не невропатия, а именно нефропатия, и гипотиреоз, пониженная функция щитовидной железы. Во всех остальных случаях, друзья, необходимо изучать и рассматривать все эти побочные эффекты, противопоказания, в зависимости от той или иной проявленной нагрузки на те или иные там органы, системы у кого-то там, ну, у всех по-разному, созревшие, которые могут иметь место быть. И тоже с учетом той формы магния, которую вы принимаете. Вот пойду себе куплю какой-нибудь магний, понимаю, что у меня есть симптомы дефицита, без разницы какой, так не пойдет, так не работает. Нужно хотя бы минимально ориентироваться о магнии в составе тех же таблеток и добавок. Повторю, таблетки и инъекции назначают, когда есть острая ситуация, когда нужно быстро, оперативно решить вопрос. Добавки, они для профилактики этих самых острых ситуаций и с прицелом на конкретные задачи. Приведу ряд примеров для большей ясности. Огласите весь список, пожалуйста. Малат магния, соединение магния с яблочной кислотой. Магниевая соль яблочной кислоты стимулирует, но не расслабляет нервную систему, поскольку он способствует улучшению выработки энергии в виде молекул АТФ в наших клеточных митохондриях. Помните, где это АТФ у нас вырабатывается, друзья? И он подходит людям очень хорошо с фибромиалгией, когда наблюдаются неприятнейшие болевые ощущения в мышцах, сухожилиях, при синдроме хронической усталости, при повышенной утомляемости. А вот глицинат магния, соединение с аминокислотой глицином, напротив, успокаивает, расслабляет. Он обладает достаточно хорошей биодоступностью, и спортсмены его, между прочим, уважают. Спортсмены, у кого чаще, чем у других, могут быть какие-то там мелкие травмы, допустим, воспалительные процессы, суставы, как раз глицинат, или же травмы опорно-двигательного аппарата на период восстановления. Именно глицинат магния, он еще хорош тем, что у него нет такой прям выраженного такого эффекта слабительного. Но, однако же, об этом следует помнить, людям, у кого есть уже нагрузка на почки, на те же надпочечники, и особенно, если камни в почках есть, глицинат никак не подходит. Если есть задача, как следует восстановить нервную систему, головной мозг, напитать магнием вот с помощью магния, допустим, при возрастных изменениях, когда наблюдается нарушение когнитивных всяких там функций, способностей, чтобы восстановить память, улучшить сон, внимание, координацию движений, все, что с вестибулярным аппаратом в том числе связано, вот в этих случаях подходит больше всего и лучше всего L-трионат магния. Связь магния с трионовой, соединение с трионовой кислотой. Магниевая соль трионовой кислоты. И черепно-мозговые, допустим, когда были, сотрясение мозга, тоже хорошо. Почему именно L-трионат? Потому что у него есть, среди прочих, всех практически соединений магния, замечательная особенность, он способен проникать через гематоэнцефалический так называемый барьер, то есть физиологический барьер между кровеносной и нервной системой. О сотрясениях сказал, ну вот L-трионат, он хорошо повышает концентрацию магния в головном мозге, но если использовать его как единственный источник по восполнению упражнений дефицита в общем и целом, то L-трионата будет недостаточно, нужны еще и другие источники это. Есть еще аротат магния, то есть магниевая соль аротовой кислоты. Также хорошо, как и цитрат проникает сквозь мембраны клеток, и зачастую его рекомендуют людям с перенесенным инсультом, инфарктом миокарда, аритмией, сердечной недостаточностью, атеросклерозе,
при таких вот симптомах. И плюс еще для хорошо работает на регенерацию мышц, но имеет противопоказания. Не рекомендован, у кого есть хроническая нагрузка на печень и желчный пузырь, в частности, цирроз, холецистит, впрочем, и мочекаменная туда же. Лактат магния – магниевая соль молочной кислоты. Тем, у кого есть симптомы по уходу желудочно-кишечного тракта нашего. Советуют его также беременным женщинам, поскольку он мягко воздействует на слизистые за счет своего медленного всасывания. Хилатная форма, хилат магния, также хорош для беременных. И не только. Если все в порядке с кислотностью, то хилаты замечательно усваиваются. И здесь напомню. Во-первых, лимонная кислота сама по себе способствует хилатированию минералов. Помните? Кальций, магний, цинк, железо. То есть способствует связыванию их с аминокислотами. А во-вторых, все же, думаю, пару слов обязательно нужно сказать о беременности. Значит, магний не менее важен для беременных девушек и женщин в прекрасном положении, чем фолиевая кислота. Он должен быть на первых местах, рядом с кальцием, йодом, полноценными белками, полноценным питьевым режимом. Плацента как раз то место, где магний особо востребован. Ведь между матерью и постоянно растущими клетками и тканями ребенка происходит интенсивный энергетический обмен. Нужно, чтобы все энзимы работали бесперебойно, чтобы все было хорошо с обменными процессами, уже не говоря о том, что каждая девушка, женщина должна в прекрасном положении быть максимально защищена от всевозможных стрессов, переживаний, это все о магнии. И более того, чтобы не было преждевременных родов, магний, милые девушки и женщины, помните об этом обязательно. И есть еще одна достаточно неплохая форма магния, связь с аминокислотой таурином. Называется таурат магния. Его применяют в целях профилактики, если наблюдается повышенная нервно-мышечная возбудимость. Таурат магния стимулирует выработку ГАМК, гамма-аминомасляной кислоты. Об этом поведал во втором или в третьем ролике о магнии. Напоминаю, друзья, для того, чтобы погрузиться, освоить тему, рекомендую смотреть материал, весь объем целиком, ссылочки внизу, на прочие ролики я оставлю внизу в описании. Возвращаюсь к таурату магния. Значит, таурат помогает стимулирует выработку ГАМК, тормозящего медиатора нервной системы, который, в свою очередь, помогает контролировать артериальное давление. Таурат подходит людям с чувствительным ЖКТ, если у кого чувствительные слизистые, но не подходит, если вы параллельно принимаете таурат и параллельно занимаетесь детоксикацией печени с помощью того же сульфата магния. Таурат препятствует образованию тромбов. Однако, с другой стороны, как самостоятельный источник для этих целей не особо-то и подходит. То есть он не заменяет действие прочих антикоагулянтов. Ну, по крайней мере, во многих источниках так обозначено, медики об этом часто говорят. Представляете, друзья, вот вкратце рассказал о 10 основных соединениях магния. И то не все упомянул, но, полагаю, в принципе, предостаточно. Есть еще глюконат, аспартат, стеарат. Уже есть из чего выбирать. Есть источники с большей усваиваемостью, с более широким спектром действия. Касаемо противопоказаний побочных эффектов, подчеркну, необходимо вникать и изучать самостоятельно в каждом конкретном случае. Особенно, если речь идет о магний-содержащих лекарственных средствах, будь то панангин, будь то аспаркам или же какой-нибудь кардиомагнил, где магний добавлен в тех целях, чтобы аспирин, который есть в его составе, не действовал раздражающе на слизистые. Рекомендую переспрашивать врачей, которые рекомендуют подобные средства, задавать правильно вопросы, вопрошать о целесообразности, об здоровых альтернативах, в том числе касаемо ваших персональных, индивидуальных симптомов. Это нужно знать обязательно, иначе, тонкости, видите, рассказал этот материал, и вы понимаете, что тонкостей здесь довольно много. Что я имею в виду, что я подразумеваю по поводу проверять врачей, да? Достаточно одного простого вопроса. Допустим, доктор, как вы считаете, нужно ли человеку, начиная там с определенного возраста, принимать по одной таблетке аспирина в день для здоровья крови, сердца, сосудов? Если да, делайте выводы, читайте между строк. Считаю абсолютно нужным и уместным об этом сказать. Давай ящик.
Заколачивай гвозди. За лечение очень много препаратов влияет на магний. Применять ли ему здорового человека ради... Ну, хуже не будет, лучше. Магний, помните, есть в курице. Мы календарь мая. И нет, мы не будем спички, консервы. Еще где-то в бобовых, в шоколаде. А вот если это в этой таблетке, что вы купили магний, заморочили сюда этот магний положить, или я его здесь весь спалил, вы не знаете, я не знаю. Каждый человек, прежде всего, 28 год, когда мы не будем запускать, а потом, оп, пресса, и что? Никому, никогда, ничего не было нужно. КамАЗ, да. Вам тоже показалось? В качестве короткого резюме к сегодняшнему ролику и вообще к довольно объемной теме магния для нашего здоровья, коротко проговорю несколько важных мыслей и правил по приему магния, кое-что напомню, освежу, кое-чем дополню для целостности общего сюжета, общей картины, так сказать. Первое. Убрать из рациона питания все то, что мешает усвоению магния, это еще не значит компенсировать его дефицит. Не только магния касается. Второе. Мало кто задумывается, мало кто догадывается, но практически добрая половина симптомов разнообразнейших, связанных с нарушением здоровья, разных там функций, симптомов вот этих, проистекает, берет корни из разных дефицитов, в частности, дефицита магния. Каждый может себя по этому поводу поисследовать, где-то себя обнаружить, если посмотрит весь объем материала целиком полностью. Третье. Для того, чтобы магний попал в наш организм, он должен быть в составе какой-то соли или органического соединения, и от характера этой соли и органики зависит эффект магния, равно как его усвоение, усваиваемость. Четвертое. Что позитивно влияет на усвоение магния? Что ему помогает лучше усваиваться? Значит, это витамин D, группы витамины B, витаминов B, в частности, B6. Ну, сюда можно еще присовокупить К2. Он также и с кальцием хорош. И вот как раз следующая мысль, уже пятая по счету, будет конкретно о кальции, потому что они с магнием, мало я о нем сказал, работают как физиологические антагонисты. Не буду погружаться, как они там конкурируют за разные рецепторы. Это достаточно трудно для понимания. По-простому, кальций способствует сокращению мышц, можно сказать, а магний – расслаблению. Но речь здесь идет, друзья, не о скелетных мышцах, которые мы можем управлять, то есть приседать там или какие-то упражнения выполнять, а речь идет конкретно о гладкой мускулатуре, в первую очередь, которая находится в стенках полых органов, допустим, пищевод, мочевой пузырь, все, что дыхательных путей касается, сосуды, вот просвет сосудов, их способность расширяться, сужаться, это как раз гладкая мускулатура. Затем мышцы, обеспечивающие перистальтику, опорожнение органов, которые расширяют, сужают зрачок, которые поднимают волосы на коже, выдавливают жир из сальных желез. Все эти мышцы, они расслабляются, сокращаются непроизвольно. То есть мы сознательно особо на них повлиять никак не можем. Но зато мы можем повлиять на то, чтобы обеспечить баланс кальция и магния в организме. Если уж заниматься дефицитами, то нужно позаботиться и о том, и о другом, чтобы с ними был порядок. Напомню, правильно, грамотное соотношение по приему, да и вообще баланс в нашем организме 2:1. 2 единицы кальция, 1 единица магния, соответственно. Шестое. В какое время принимать лучше кальций, содержащие добавки, препараты? Основная рекомендация, я уже говорил, за 15 минут до еды. Но опять же, зависит это от соединения магния и от того, какие цели, конкретно задачи мы преследуем. Есть много рекомендаций по приему вечернему, чтобы хорошо выспаться, чтобы дать отдых нервной системе. Но допустимо также разносить прием на 2-3 раза в день. Ну и, наконец, 7-я созидательная мысль, друзья. Умейте контролировать уровень магния в своем организме, при необходимости его компенсировать. Искренне считаю, что дефицит данного элемента очень на сегодняшний день недооценен. Именно поэтому решил, так сказать, актуализировать этот вопрос. Да, конечно же, хотелось рассказать гораздо больше, но для элементарного понимания, думаю, предостаточно. Пишите в комментариях, друзья, дружите ли вы с магнием, помог ли вам немного ближе с ним познакомиться. Подписывайтесь на канал, если вдруг еще не подписаны. Спасибо за то, что поставили лайк этому видео. Желаю всем крепчайшего здоровья, отличнейшего настроения, полнейшего отсутствия любых дефицитов. Ну и по традиции покажу несколько кадров из тех мест, где снимал этот ролик. До скорой встречи, друзья. Пока. Я не понял, это что, все что ли?
записывал несколько дублей здесь, на воде. Ну, казалось бы, да? Пейзажи, спокойствие, штиль практически полный, красота вокруг. Но почему-то, у меня есть, конечно, такая интуитивная подсказка, почему, не сразу могу сосредоточиться. А секрет-то в чем заключается? Когда я снимаю ролики где-то статично, то я стою босиком на земле. Друзья, я думаю, что многие из зрителей поймут, зачем, почему и в каких целях. Ну надо же, ну прям совсем ручная, просто удивительно. Эй! Не хотит, вот никак не хотит улетать. С собой заберу тебя, что ли. Ну пойдем прогуляемся. Это не бабочка, а какое-то чудо, иначе не назовешь. Иду уже с ней метров 300. Она все сидит. Вроде бы ничего сладкого в руки не брал. Вот ей интересно. Во. Красоту свою показывает. Видите, у нее такие синие крылышки. Ну и, наконец, место, где снимал несколько последних кадров этого ролика. Просто замечательнейшие пейзажи, панорамный вид. Это церковь Агиос Николос, Святого Николая, на возвышенности. Неподалеку как раз-таки от ущелья, где снял тоже один кадр, стоя в ледяной воде. Смотрите, какое красивое ущелье. Друзья, здесь воздух чистый, свеж, как поцелуй ребенка. Помните, кто-то строки такие писал? Там водичка журчит. Здесь осень приближается, осень поздняя в Греции. Нынче 28 вроде бы сентября. Вот уже платаны, листва желтеет. Здесь платаны, клены, сосновые, там чего только здесь нет. Ущелье просто великолепное. Просто красота. Ну, камера это никак не передать. Потому что то, что снимаю отдельными кадрами, друзья, там захватываю всего лишь чуть-чуть. Но ощущение просто замечательное. Здесь среди елей таких красивых был последний кадр.